Здравствуйте, уважаемые зрители нашего YouTube-канала Туфи Шоп. Меня зовут Инна, и я хочу вам напомнить, что наш канал о красоте и о товарах, которые помогают создавать эту красоту. Сегодня я хотела бы поздравить женщин, девушек и всех представительниц женского пола с праздником красоты, весны и улыбок. С 8 марта, наши дорогие. В честь такого дня мы с командой сняли замечательный ролик, который, я уверена, понравится всем девушкам. Поэтому предлагаю начинать. Восьмое марта – Международный женский день. Какие ассоциации? К примеру, витрины, заваленные весенними букетами, связки коробок с вкусными конфетами, нарядные девушки, праздничные укладки, шпильки, макияж немного ярче обычного и, конечно же, новенький весенний маникюр. Как ни один галантный мужчина в женский день не может обойтись без огромной охапки цветов, так и настоящая леди наверняка подготовилась к празднику, сделав маникюр к 8 марта. Сегодня мы хотим вам презентовать нежные, красивые, наполненные духом весны гель-лаки из весенней коллекции от фирмы Туфи Профи. Эта коллекция из 10 гель-лаков настолько женственна, что покорит вас с первого взгляда. Предлагаю посмотреть эти гель-лаки поближе. Первым будет цвет номер 97, серо-розовый оттенок. Он как никогда будет отлично подходить под любой ваш образ. Отличный вариант для романтичных и чутких натур. Второй возьмем оттенок номер 164. Это нежно-нежно-голубой цвет. Красивый. Это цвет весеннего неба. Лак замечательно ложится на ноготки и отменно носится. Более 2 недель. Следующим возьмем блестящий лак номер 152. Весной как никогда хочется сиять, и в этом нам поможет мерцающий гель-лак в золотом отливе. Маникюр с использованием этого цвета несомненно подарит вам внимание со стороны окружающих. Теперь переходим к оттенку номер 207. Фиалковый цвет. Пастель во всей его красе. Лак имеет хороший запах и отлично ложится на ноготки. С таким маникюром вы будете выглядеть очень-очень женственно. А сейчас привнесем немножко зелени в наш весенний букет. Гель-лак номер 156 – это отличный пример того, как можно передать настроение весны. Буйство зелени и травы – вот чего так не хватает сейчас многим. Лак носится хорошо и не имеет свойства скатываться. Следующим прошу рассмотреть номер 173. Такой себе персиковый оттенок для любителей нежно-пастельных тонов. Этот гель-лак как не есть лучше вписывается в современные тенденции маникюра по всему миру. Лак можно взять как монотон, так и использовать его с другими цветами. Сейчас обратите внимание на гель-лак номер 16. Он идет в нежно-розовом оттенке с легким эффектом мерцания. Гель-лак достаточно хорошо пигментирован и наносится очень легко. Типичный весенний цвет, который мы не могли оставить без внимания. Теперь посмотрим на гель-лак номер 197. Это нежно-салатовый оттенок, который поднимает ваше настроение, даже если оно не совсем праздничное. Цвет очень интригует и придает вашему образу загадки. Предпоследним возьмем гель-лак в оттенке 201. Серо-лиловый оттенок подойдет для девушек и женщин, которые не любят торопиться и ведут размеренный образ жизни. Спокойный оттенок в мягких, ненавязчивых тонах. Это отличный выбор под любой повод и образ. Ну и последний цвет, на котором мы остановимся, будет номер 163. Это глубокий розовый цвет, достаточно яркий и весьма любим многим девушкам. Если вы любите, когда ноготки выглядят эффектно и колористично, тогда этот цвет именно для вас. Вот и все. Надеюсь, вам понравился наш небольшой видеообзорчик на весеннюю палитру гель-лаков Туфи Профи. Если да, поставьте нам пальчики вверх и не забудьте подписаться на наш канал. А в комментариях укажите, пользуетесь ли вы продукцией от Туфи Профи и как она вообще вам. Спасибо за просмотр, до скорой встречи в новых роликах, пока-пока!